продолжить блюзы, но сегодня у нас еще есть гости. Гости из далекой Кубы, из далекой Германии. Вообще все, что не здесь, все очень далеко. Мы хотим ее пригласить с нами присоединиться. Джазмены всего мира могут разговаривать на одном языке музыки. И этот язык иногда вертится вокруг ми-бемольно-мажорного блюза. Мы хотели бы посетить на эту сцену Мариэлла Пачеко. Правильно? Correct? Антон Баронин уходит недалеко, потому что ни в Германии, ни на Кубу он не собирается. А это Мариэлла сейчас садится. Мы для вас сыграем еще одну, так сказать, тему, связанную с любовью. Они на меня так смотрят. Это не та тема. Мы сейчас для вас играем. Композиция называется «Интимная сторона блюза». Не хотел этого говорить, но так называется композиция, написанная Дюком Эллингтоном и Билли Стрэхоном. «Intimacy of the Blues».
Muchas gracias. De nada. Наши гости из далекой страны. Спасибо большое. Но мы должны продолжить тему любви. И сейчас мы сыграем у нас песню, которую сыграют два музыканта.